Социальными проектами сюда. Центр рассчитан на предпринимателей, работающих в сфере медицины и образования, которых волнует не только успешность их бизнеса, но и благополучие общества. Готовых взять на себя часть ответственности за детей, стариков, больных, малоимущих. Чтобы не только государство решало вопросы социального обеспечения граждан, но и предприниматели, которые хотели бы заниматься этим бизнесом, имели компетенции необходимые и использовали лучшие практики. Специалисты центра помогут обратившимся к ним коммерсантам выйти на городские и областные власти. Причем именно на те отделы и структуры, в компетенции которых решение того или иного вопроса. По словам губернатора Иркутской области, такое сотрудничество будет способствовать развитию социальной сферы в Приангарье. Например, поможет решить проблему с нехваткой детских садов. Когда будут убраны административные барьеры, в сферу дошкольного образования может прийти много инициативных людей. Нам нужно использовать все способы для решения этой проблемы. И бюджетные вливания, вы знаете, мы типовые проекты вводим, мы привлекаем бизнес, и вот агентство нам помогает выработать реальный план действий со сроками и с формами реализации, с алгоритмом реализации. Благоприятный климат для развития малого и среднего предпринимательства должен быть создан благодаря введению специальной программы, так называемого инвест-стандарта. Это набор механизмов, позволяющих по возможности упростить все процедуры, связанные с открытием и ведением социально направленного бизнеса. Программа принята на федеральном уровне и будет адаптирована к возможностям и потребностям Иркутской области. Татьяна Веретина, Константин Синицын. Новости сейчас.